В лаборатории областной клинической больницы появилось новое оборудование для проведения тестов на COVID-19. Со дня открытия здесь провели более 4000 исследований на коронавирус. О работе лаборатории узнала Наталья Чекит. В новой лаборатории установили процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков. Установленный аппарат ускоряет процесс диагностики на коронавирусную инфекцию. Исследования в лаборатории проводятся методом полимеразной цепной реакции. Он позволяет обнаружить вирус на ранней стадии заболевания. Выявляется даже малое количество генетического материала. Расширить в регионе лабораторную базу – поручение губернатора Игоря Рудени в рамках комплексной работы по предупреждению распространения COVID-19. Для нас это вообще очень большое приобретение, потому что позволяет более динамично лечить пациентов. Само лечение, оно где-то занимает около недели, а потом, как правило, пациенты ждут, когда у него анализы возьмут. Вот эту вторую часть как раз мы сейчас ликвидировали с открытием нашей лаборатории. Новое оборудование позволило ускорить процесс проведения анализов. Сейчас в лаборатории больницы делают около 300 исследований в сутки. Однако этот показатель может быть увеличен и до 1000 проверок в день. Весь медицинский персонал, который задействован в проведении тестов, прошел обучение. А рабочие места сотрудников информатизированы. Вся регистрация анализов осуществляется по штрих-кодам. Настроили систему информационную, то есть анализы переходят в электронную историю болезни, туда уже, в ту больницу, откуда мы получили материал. Достаточно удобно все. Особенно вот эта информационная система помогает быстро доставить этот материал, результат анализа, который ждут все госпитали. Потому что все, конечно, заинтересованы быстрее получить результат. Постановлением главы Роспотребнадзора срок выполнения теста на COVID-19 ограничили 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию. Для контроля над этой ситуацией в Тверской области начала работать горячая линия в региональном отделении Роспотребнадзора. Будем получать вот всю вот эту негативную информацию, которая возможна. Она будет немедленно, значит, изучаться и приниматься меры, чтобы этого не случилось. Напомним, что тестирование на COVID-19 Тверской области проводят в Центре гигиены и эпидемиологии Тверской области, в Центре имени Аваева, лаборатории при Тверском государственном медицинском университете, Тверской станции переливания крови, медсанчасти номер 141 в Удомле, медицинско-санитарной части в СИН. Кроме того, тестирование на коронавирус организовано в частных медицинских организациях.